Всем привет, это Игорь, сейчас мы на Весновке, и сегодня мы поговорим о жителе мегаполиса. Человек, который дышит говном из гари и тяжелых металлов, с 12-часовым рабочим днем и хроническим недосыпом, потому что нужно вставать в 6 утра из-за пробок, а засыпает он в 1-2, потому что потупить в интернете святое дело. После этой замечательной истории он за каким-то хером после рабочего дня идет в спортивный зал, где следит за какими-то никому не нужными весами, расшатывая свои мышцы, сосуды и, конечно же, свою сердечно-сосудистую систему. Ведь, напомню, он не высыпается, и организм просто не успевает восстановиться вообще. Этот человек после всего этого заедает тоннами куриных грудок все это дело, убивая в хлам свой кишечник, свой тракт, который уже не способен воспринимать полезные вещества, необходимые для организма. Что же делает наш человек после? А после он забухивает весь этот ЗОЖ по выходным в кабаке по причине великого стресса. А стресс большой, ясно. В первую очередь на работе могут уволить, во вторую очередь в семье плохо, жена, муж орет, дети кричат. Ну и вот, что мы получаем? Получаем ежедневно пи***ц, который длится годами. А потом вдруг он жалуется на свои когнитивные функции, якобы не воспринимает все так хорошо, как свои 20. Но самый пи***ц, то что этот человек наш, он и без того вы***ный мозг пытается стимулировать фармой, фармой. Вот и все, мы проехали Весновку. Всем хорошего дня, пока.